Итак, привет, дружище! Сегодня битва замков. Сегодня у нас елки-палки пельмени. Это рубрика, в которой я уже третий аккаунт прокачиваю без доната и с нуля. Есть отдельный плейлист есть, ребята. Вы там переходите, пожалуйста, и смотрите те видео, которые вы пропустили. Может быть, я даже на заставке или, может, в названии буду именовать выпуски, да, какие они по счету, не знаю. Единственное, что мне от вас требуется, это большой княжеский лайк. Давайте попробуем на это видео набрать 1000 лайков. Не забываем, пожалуйста, подписываться, и сегодня будет насыщенный выпуск, потому что мы сегодня распакуем новых героев. Мы сегодня что еще сделаем? Прокачаем силу. Мы сегодня заберем халяву. Мы сегодня откроем ништяки. Какие там ништяки, конечно. И мы сегодня исключим людей из гильдии, потому в гильдии появятся новые места. Так что усаживайтесь поудобней, посмотрите видео до конца, и всем будет счастье. Не забываем расчехлять, варить пельмени, засыпать это все в тарелку, сверху сметана, майонез, майонез, это наше все, ребята. И как бы дурка, у нас, извините меня, уже сколько, 1 475 000 сил, общая сила, друзья. И средняя сила получается 20 тысяч. У меня, как вы видите, только 9 500. Но это не связано с тем, что вот я такая лошара, ничего не делаю. Просто сами понимаете, что из-за того, что мне нужно записывать видосы, я ограничен в том, чтобы брать и все делать прям быстро, прокачивать силу и так далее. Потому что вот даже сейчас у меня там почти целый день были вот эти вот карточки. Был еще Гаргул. Если бы я это все распаковал бы, начал бы пользоваться, прокачивал бы, у меня бы сила была больше, но я ждал, пока я смогу записать видео. Я же не могу по 5 видосов выпускать вам в день касаемо пельменя. Вот. Ну, хотя, конечно, если будет много лайков, много активности. Ладно, ребята, не суть. Что я вам хочу рассказать? Давайте зайдем быстро в хватайку. Я постараюсь уложиться в 20 минут, но это вряд ли у нас получится в этом видосе, потому очень важно, чтобы вы посмотрели это видео до конца. Даже если оно вам надоело, просто оставьте, смотрите до конца, или просто плейлист какой-то включите мне на канале, буду весьма благодарен, от вас будет огромнейшая помощь. Так, у нас, друзья, хватайка. Я надеюсь, что мне повезет, потому что, как бы, сейчас посмотрим там на ребят в гильдии, я вообще в ну нет, конечно, мне не повезло. А выпало бы, елки-палки, 20 этих жетонов. Посмотрите, что я забрал бы. У меня бы уже там супер донатные герои были бы. А так у меня на аккаунте полный жесткач. То есть идем, как вам нравится, по красоте, друзья. Вот, смотри на гильдию. Тут уже есть игроки, которые, грубо говоря, друзья. Есть игроки, у которых, грубо говоря, ребята, ёптую, там уже чуть не по 60 тысяч силы, по 50, по 60, я не знаю, откуда они, чё, короче, там прокачали, может, они аккаунт раздувают. Не, ну, в принципе, я тоже могу взять, открыть ниндзю. Я не знаю, надо будет вообще посмотреть, что у них там происходит. Не суть, так, заберу самоцвета, вот, у меня уже 2629, и да, смотрите, как сейчас это все быстро происходит. Раньше мы записывали плюс 100-500 видосов, спорили, нужен ли пятый строитель или нет, когда его стоит покупать и так далее. Сейчас все просто, буквально пару дней плотной игры, у тебя как бы хватает самоцветов и строителя купить, и у тебя еще что-то останется. То есть, ну, это реально классно, друзья. Давайте поставим ману улучшаться. Далее, мы еще сегодня, наверное, волны попроходим. Ну, как бы надо попроходить, потому что, ребята, надо. Без этого сложно. Но что? Вот, ребята, забираем Гаргула. Наконец-то более-менее какой-то нормальный герой появляется на аккаунте. Потому что, ну, как бы вы просто сюда посмотрите. Вроде как бы и да, но вроде, ну, герои совсем грустные, совсем старые. Гаргул уже пошел более-менее, да. Ну, и как бы этот эпик, ну, не особо спасает. Тем более, когда он, грубо говоря, один. Ладно, идем дальше. Так, герои, у нас тут ваши подарки. У нас тут есть карточки. Ну, с этой карточки мы будем надеяться, не знаю, какой-нибудь черепа получить. Ну, тут, в принципе, тут, ну, половина героев. Хотя, ну, для начала игры тут есть полезные герои. Даже тот же Дед Мороз будет куда круче, чем бегать с ниндзиком нападать. Ну, конечно, хотелось бы тыкву. Давай попробуем это открыть. Гаргула. О! Тыква, да, детка, да! И паладин.
Вот, кому интересно, откуда Гаргул, все очень просто. Я там, ты там проходишь первый мест, проходишь, грубо говоря, там второго места, там до третьего, тебе дают постоянно какие-то осколки за первые прохождения, да? Так, школяр, не знаю, кто это. По поводу вступления в гильдию, ребята, следите, следите или за моим телеграм-каналом, или там ссылку я оставлю в описании, подписывайтесь. Или же, или, друзья, или что делаем? Следите за телеграм-каналом или за хабом гильдии. Я здесь буду менять информацию, до какой силы мы принимаем. Я отталкиваюсь от средней силы. То есть сейчас средняя сила у гильдии где-то 20 тысяч. Вот. Ну, в принципе, до 20 тысяч мы можем принять. Где-то от 15, наверное, до 20. Вы сейчас скажете, у тебя только 9,5 тысяч. Кока-кон. Ну, во-первых, я сейчас силу прокачаю. Во-вторых, еще раз. Ко мне отдельное отношение, потому что, во-первых, я ютубер, а во-вторых, как бы, ну, реально, чуваки, у меня на аккаунте быстро сила не качается по той причине, что я жду возможность, когда я могу, типа, записать видос, потому что, как бы, типа, если я буду все сам прокачивать, видосы будет не о чем записывать. Ладно, дальше, герой, ваши подарки, меня вот это интересует. А здесь уже что-то вообще, ну, как бы симпатичное можем выбить, потому давай посмотрим, что нам оттуда выпадет. Триант. Окей, так, тут у нас сундук гильдии, мы это открываем. Окей, пускай будут ресурсы. Дальше, сундук меса, 4 штуки. Окей, пускай. Дальше, не останавливаемся. Кстати, вот сейчас 10 тысяч получу, у меня откроется возможность прокачивать просветы, и это очень классно. Правда, я не знаю, сколько у меня синих кристаллов, долго ли я эти просветы смогу у меня их 0. Вот, у меня их 0. Но я могу продать вот эту штуку, и у меня будет 10 миллионов, друзья. Да, я могу просветики попрокачивать, хотя бы там стараться, не знаю, хоть какие-то, то есть, ну, это мне поможет. Касаемо подземок, блин. Вот докуда я прошел. Из-за того, что герои херовые, герои слабые, каждая подземка проходится очень долго, иногда даже герои умирают, и прям вообще задолбало, честно. Ну, то есть, долбишь и долбишь, зачищаешь и зачищаешь. Это ставьте плюсики в комментариях. Так, герои есть, ваши подарки все открыл. Паладин, это у нас неповторяющийся герой. Ну, может быть, буду потом и повторки открывать. Тыква приходит на аккаунт. Отлично. Триант приходит на аккаунт. Вот, и Гаргул приходит на аккаунт. Ну, давайте всех я как-то до одного, наверное, уровня прокачаю. А, пока я их не прокачал, давайте попробуем попроходить волны. Я тут все тут накидал быстро расстановку. Вот, смотри, вот такая супер расстановка. Просто супергерои, там, Купидон, Бог Грома, Рыцарь. И давай попроходим волны. Вот волна D, потому что, как бы, волны тоже надо проходить. Ускорение включаем. Смотрим, что из этого получится. Так. Замечательно. Давай, давай, давай. Так, волна D2. Ну, главное, чтобы здания оставались. Главное, чтобы здания оставались. Давай, все, нормально. Идем дальше. Не останавливаемся. Так, что у нас тут? Отлично, друзья, отлично. Так, не останавливаемся, идем дальше. Только дождитесь, пожалуйста, того момента, когда я буду исключать людей из гильдии. Там, я, наверное, думаю, у многих из вас пригорит. Но посмотрим. Так, ну-ка. Что тут у нас? Тут грифона убить не могли, елки-палки. Давай, летим дальше. Так, а тут у нас уже босс. Волна D5, видите? Ну, хотя я думал, я тут несколько волн сразу пройду. Но, как вы видите, меня тут... Нормально так расчехляю. Давай попробуем волну Е пройти. Ускоряемся. Просто я думаю, или героев перебьют, или все здания перебьют. Смотрите, даже грифоны, сука, сколько мы с ними мучаемся. Ну, герои 80 уровня, пацаны. Что уж тут поделаешь. Давай, не останавливаемся, идем дальше. Так. Ну, блин, тут даже, ну, типа, не с героями проблема, а с юнитами. Посмотри, мы их полчаса долбим. Давай дальше. Нужны герои покруче. Ну, уже Гаргул. Уже куда ни шло, тыковка, да. С тыковкой, кстати, быстрее будут подземки проходиться. Это прям хорошо. Это прям замечательно. Давай, давай, давай. Так, бог грома взял юнитов, зачистил. Ну, прям красавчик. Опыт капает, сила мутится.
выходит босс, и у меня остается один Купидон и эпический герой. Не знаю, справятся они, не справятся. Давай! Мочи этого Дина. О, раньше мы с ними мучились. Так, волну Е5 прошел. Замечательно. Волна F. Давай. Ну, тут-то нас уже точно должны разобрать, друзья. Тут уже по-любому должны нас разобрать. Посмотрите, тут уже легендарные герои идут. Хотя, не знаю, может быть, там раньше на прошлых волнах тоже уже легендарки выходили. Ну, давай! Давай! Не останавливайся, ёпта. Давай! Полетели. Ну, господи, вот сейчас этот один грёбаный кентавр, не кентавр, грифон, короче. Полчаса ждать. Толпа юнитов, так и в два волна, по сути. О, там друид, опасно. У меня, кстати, ни одного хилера нет. А, вот, Гаргул, вроде же он там не только себя хилит, да, но и остальных. Это хорошо. То у меня будет первый хилер. А раньше, помню, мы мечтали о друиде, там. Ждали эти ежедневки, когда дадут друида. Давай! О, у нас еще рыцарь живой, господи. Так. Видишь, проблема этого эпик... Ну, хотя, как проблема? Это, наоборот, его достоинство, то, что он бьет только героев, как я понимаю. Но когда вот такая толпа юнитов, да, и у тебя больше с масс-атакой никого нету, это, конечно, грустно. Посмотрите, осталась одна таблетка и один, грубо говоря, эпический герой. Ну, он там успевает отхилиться. Но, кажется, его зарубят. Или нет, или он всем раздаст. Как бы, я думаю, ему потом раздадут. Сейчас мы не пройдем F5 волну, это нереально. Или здание ушатают, или героя. Все, его ушатали. Ладно. Это как бы это все ерунда. А сейчас, ребята, мы займемся прокачкой героя. Только единственное, надо что-то поставить строиться. Давай, ставим строиться. А, может быть, я буду перематывать какие-то моменты. Вот они, новые герои. У меня их уже, по сути, 3 на 4, 12 штук. С кого начнем? Давай с Гаргула. Что у него тут за талант? Талант вообще ни о чем. Добавить ему, улучшить навык. Да, с навыками тут тоже очень интересно. Так, основных... Так, этого я прокачал до 7, остальных я прокачивал до 5. Окей, улучшить навык. Ну, давай... Давай поначалу до 5 прокачаем, дальше уже будем смотреть. До 5. Так. До 5. Так, прокачали. Дальше. И давай поначалу до 80 уровня, чтобы это все очень долго не было. А вообще, давайте я хлопну, и он уже будет прокачан. Бам! Не, ну, поначалу у меня Гаргул будет активно использоваться, потому давайте попробуем, посмотрим, ему сделаем 7. Хватит у нас ресурсов. Ну, хватит, да, но как бы их тоже попусту разбазаривать не хочется. Так. Все, 7. Ну, то есть мы им будем пользоваться постоянно. Вот я его, грубо говоря, докачал. Пошли качать других героев. Ну, давай паладина. Ну, его, как, не знаю, допа сделаем. Да, тоже 80 уровень поначалу. И 5 умение. О, ребят, кстати, пока прокачивался, у меня королевская битва открылась. О, божечки. Будем, ребята, фармить. Кстати, сегодня приходите на стрим. Сегодня по битве замков стрим я начну, наверное, в 6 вечера. Вот, так что, ребзи, если что, приходите, будем фармить этот аккаунт, будем ковыряться. Вот, я всех, ребята, жду. 6 вечера, битва замков, елки-палки. Вот, тут я еще ничего не могу сделать. У меня тут и герои не собраны. Ладно, этим мы займемся, ребята, на стриме. Полетели дальше. Опа, что-то мне тут дали. Опа. И открылся у меня наконец-то просвет. Я могу начать потихоньку всем прокачивать просвет. Управление рунами. Давай. Так, друзья. Что у нас тут? Мы идем дальше. Кого прокачиваем? Гаргула прокачали, паладина прокачали. Давай тыковку прокачаем. Ей сразу попробуем сделать 7 умение, потому что, ну, это тыква. Давайте не будем скупиться. Так. Давай! Ну, у нас вроде есть ресурсы, вроде бы должно хватать, потому... Берем и делаем, ребят, по красоте. О, ровненько получилось. Так, 7 умение. И теперь смотри, как только мы ей добавим
чуть-чуть опыта. У нас сразу 526 силы плюс. Ну что, качаем тыкву? Тыкву прокачали, и теперь уже переходим, друзья, к кому? К трианту, да, то есть, окей, полетели, триант, слушай, ну давай ему тоже седьмую сделаем. Ладно уж, что уж тут поделаешь, дружище, тут уже как бы вариантов нет, он все-таки герой нужный. Пускай будет, чтобы потом он нас сильно не парил, да. Сразу семерочку ему использовать, ну и опыт, соответственно. Так, ребята, смотрите, всех прокачал, вот, до, грубо говоря, 80 уровня, у кого-то пятерки, у кого-то семерки умения, но это все не суть. А что мы делаем? Давайте определимся, ну, с основой, да, что у нас будет происходить с основой, кто у нас будет входить в основу, это тыква, а, ну, на ближайшее время основа, да, это, конечно, гаргул. Трианта будем уже брать по ситуации, когда он будет нужен. Остальных я даже не знаю, кого брать. Как бы желательно сейчас основу прокачать хорошо, но с основой у нас достаточно грустно. Ну, тыква, потом этот эпический герой, гаргул. Ну, наверное, пускай бегает Купидон. И кто у нас еще? Подожди, тут что у нас? О, я могу бесплатно посмотреть это. Давай посмотрим, может, на халяву получим героя. Досмотрели рекламу, ребята, как уж тут без нее. Берем, жмем крестик и выбиваем полную ерунду. Но, смотри, что еще мы можем сделать. А, давай-ка не будем останавливаться. Зайдем в супер питомцев в рост. Ага, а мы тут как бы питомцев-то и не можем повыбивать, да? У нас этой штуки нету. Короче, с этим грустно, ладно. Сюда даже не суемся, а если просто в питомцев зайти, мы тут даже можем кого-то поулучшать. Окей. Давайте я возьму всех питомцев сейчас, доулучшаю по-быстрому. Ну и как бы хотелось бы... Ну давайте сразу сюда, чтобы не забыть, не знаю. Ставим, знаете кого? Мы сюда ставим слоненка. Вот, дальше. А сюда мы поставим, наверное, ну, у него, скорее всего, атака будет самая большая, потому мы сюда поставим, друзья, Цепелина. Вот, Гаргулу поставим, ну, хиллер. Давай мы поставим Карасика, вот так вот. А дальше, давай каких-то три основных героя. Ну, Купидон, блин, хотелось бы вместо Купидона другого. Ну, пока что... Ну, давай до сотого уровня долбану сейчас. Три или четыре героя. Посмотрим, что из этого получится. Или даже, может, пять. Так, добавить опыт. Давай, погнали. Мы тут, кстати говоря, снова какой-то квест выполнили. Получаем ачивку. 100, ёлки-палки, самоцветов. У нас есть золотые книги. Их мы немножко продадим, потому что нам нужны значки почета. Вот, и смотри-ка. Так, этот у нас сотого уровня. А давай всех долбанем до сотого уровня. Все-таки, ёлки-палки, сила нужна. Ребята, я тут уже запарился. У меня, во-первых, золото закончилось. Осталось только чуть-чуть маны, но не суть. Смотрите, что я сделал. Опа, я решил Химеру тоже, типа, сделать основой, да, все-таки более-менее новый герой, давай улучшим, видите, у меня хранилище золота только до 480 тысяч, потому мне приходится использовать 10 самоцветов, чтобы это все дело улучшить, ну и как бы вот такая у нас пока что, ну, а-ля основы, хотя, ну, Купидон еще остался маленького уровня. Вот, теоретически его тоже можно улучшить, но это уже, наверное, как-нибудь в другой раз, или, может быть, сегодня на стриме сделаю, потому что, ну, долго сижу с этим видосом, надо сейчас фармить будет ману, золото и прочее. Так, смотри, здесь мы что-то можем уже забрать, получить, забираем 5 книжечек и как бы все. Здесь что мы еще не забрали? Сразиться 5 раз на арене, это я сделаю. Пройти жесткое подземелье, это я сделаю. Так, смените талант 2 раза, используя самоцветы или предмет. Ну, это уже когда квест будет, тогда сменю. Угу. Ну, тут как бы тоже все ерунда осталась. Тут, ну, и тут как бы тоже ерунда, по сути. Как бы там уже кроме самоцветов больше других наград нету. Так, здесь какие-то ачивки выполнили, точнее одну ачивку. Итого у нас, смотрите, 15 402 единицы силы.
Так, о, 325 самоцветов. У нас штука, накопим 5000, будем ролить, друзья. Ставьте лайк за ролик. Ну, давай, не знаю, приму. Вот, сердечки-то отправлять надо. Так, давай. Оп-оп-оп-оп. Дальше. Давай теперь испытаем волны. Давай теперь испытаем волны. Посмотрим, насколько мы там дальше пройдем. Это у нас волна F. Полетели. У нас уже герои, скажем так, подкачанные. Кстати, там всем 15-й просвет прокачал. Да, это вам не шутки. Летим, летим. F2. Давай посмотрим, что из этого получится. Так, все, разобрали. Ну, тут главное нам здание сохранять, иначе будет, конечно, проблема. Давай, давай, не останавливайся. Долби, долби, долби. Давай, эти юниты бесючие. Надо больше башен. Надо больше башен. Так, давай. Волна F3, полетели. Чудо, я думаю, что теперь у нас будет проблема не в героях, а проблема будет именно в том, что здания будут выносить. F4 пошла. Так. Окей. Дальше. F5. Ну, тут уже как бы ерунда. Хотя у нас не все герои дотягиваются. Вот, надо немножко все-таки расстановку поменять. Но сейчас поменяем. Мы сделаем, знаете как? Вот сюда вот так вот немножко сместим. Их все вместе поставим. Вот так вот будет лучше. Тут мы забираем 60 самоцветов. Давай посмотрим следующую волну. Волна Г. Полетели. Ну, тут, по крайней мере, с каждой волной все быстрее и быстрее будут до героев доходить, потому что здания будут рушиться быстрее. А вот, смотрите, один стоит. Вот хоть ты усрись. Ну, хотя бы он тут по времени нормально здание это разносит. А, он идет следующее разносить. ГГВП, походу. Ну, мне лень что-то перестраивать расстановку пока что. Ну, вот... Вот не повезло, я не знаю, может все-таки... А, его может башня сейчас дотянет, хотя 50 секунд осталось только, ребят, 50 секунд. О, и герой дотянул, отлично. Идем дальше. Так, с этой стороны пруд. Так, все, мы до них всех достали. Давай дальше. Г3 волна. Ай, отлично. Г4 волна. Не останавливаемся. Опа! Замечательно. Г5 волна, давай. Опачки! Есть. Г5 волну, считай, по сути, прошли. Мне, кстати, нашего эпика почти вырубили. Но мне даже там не везде питомцы стоят. Эй, хватит эпика вырубать. Ты там хилиться будешь, а? Все, нормально. Так, волна H. Хотя давай не будем затягивать видос. Уже, может, потом пройдем. О, у меня тут сколько... Хотя, давай, пошли. Используем пропуск. Посмотрим, докуда дойдем. Так, волна H1. Так, тут все легко проходится. Идем дальше. Ну-ка. Паладин. Слушай, я не знаю, насколько это видео получится. Но я тут сижу вместе с вами уже 52 минуты. А сколько всего будет длиться видео, непонятно, друзья. Непонятно. Ну давай. Давай. Уже добиты эти вертолеты несчастные, господи. Проверить прокачку этих таблеток. Что-то вот этому нашему другу Эпику. Ему что-то больше всех достается. Так, это тоже. Ну и, кстати говоря, когда тут герои пойдут на эволюции, про него придется забыть. Да-да-да. Так, есть. Слушай, а тут у нас, да, у нас проблема со зданиями. Три таблетки осталось и одна мельница маны. Так, Х5. Ну, в принципе, должно повезти. Ой, нифига, у меня там горгула вырубили. Очень шустро. Ну вот на этой, на волне И я уже сольюсь, наверное. На волне И я уже сольюсь. Давай, полетели. Тут уже шапки всякие идут. Что, вы видели, как горгула быстро вырубили? Несмотря на то, что он 120-й, елки-палки, уровень. Так, тут снова герои залетают. Мы все вырубаем. Нормально.
не останавливаемся. Повезло тем, у кого, конечно, кому прокнуло хороших героев. Мне, скажем так, пока вообще ничего не прокнуло. Ну, радует, что хотя бы тыква появилась. Талантов, правда, еще нету тоже. Ну, там можно со склада порочный пакт поставить. Там проклятый доспех вроде. Как бы я не знаю даже, на кого ставить. Господи, опять мы зависли с этими вертолетами. У нас, кстати, осталось две таблетки. Но это волна И4. Слушай, может быть и пройдем, если таблетки не ушатают. Может быть и пройдем. Давай, господи, что вы там с вертолетом мучаетесь, а? Волна И5. Отлично. Так, 255 тысяч опыта, это хорошо. Ну давай, волна J. Не знаю. Посмотрим, что из этого получится. Давай, ускоряемся, друзья. Так, пока что все нормально, если не считать того, что половина зданий ушатали. Ну а, ну этот снова с юнитами зависает. Никто больше не дотягивается ему помочь. Так, давай уже кто-нибудь там дотянитесь. Надо, блин, таблетки получать. А то дальности не хватает. Так, J2. Вроде как проходим. J3. Тут еще и тыква. Так. И снова он зависает с этими юнитами. Если его сейчас убьют, то это как бы ГГВП будет. А у него ХП улетает. Сколько тут этих всего говноедов, стрелков? Сейчас. Слушай, может шанс будет, что он останется жив? Да, он остался жив. J4 волна, друзья. Ой, сейчас шапка стрельнет. А, нормально, нормально, его отхилили. Слабенько, конечно, но отхилили. Половина хп есть, давай дальше. J5, друзья, J5, давай-давай, хильтесь там, убивайте. Ой, тут даже просто героев снесли. Ладно, к J5 мы вернемся позже. И, наконец-то, мы приходим к тому моменту, что нужно кикать игроков из гильдии. Так, у меня 15 тысяч силы. Вот, и так как я менее всех активнее играю, из-за того, что я не прокачиваюсь и жду возможность записать видео для того, чтобы, скажем так, вам было вообще что показать, чтобы был контент. Сейчас у нас средняя сила где-то 20 тысяч. Хотя, я даже думаю, не 20 тысяч средняя сила. Давай, 15, 42, 0,75 делить на 75. Итого у нас... А, не, ну, да, средняя сила у нас 20,5 тысяч. Что означает это? Ну, вот, означает, что, в принципе, всех, у кого силы меньше, чем у меня, можно исключать. Я сейчас этим займусь. А сразу предвкушаю вашу бомбежку в комментариях и бомбежку тех, кого я исключу. Вот, князь, мне там не повезло с героями, что за трэш, что ты людей исключаешь. Во-первых, гильдия называется Дурка, во-вторых, ее смысл — это выживание, здесь выживает сильнейший, вот, и как бы при том, что я не особо супер активно играл, да, и я ждал момента записи видоса, чтобы прокачать хоть как-то аккаунт, типа, если у чувака меньше силы, чем у меня, то значит он вообще не играл, понимаете, потому что, как бы, ну... Меньше времени в игре проводить, чем я, но это уже такое, типа, а зачем ты в гильдию вступал, понимаешь? Вон, потому всех, у кого меньше силы, чем у меня, я, ребята, исключаю, потому что вы видите, у меня тут не какой-то супер топовый аккаунт, у меня нету тут редких крутых героев, я тут прокачивался при вас, да, то есть, ну, типа, что там, ребята тоже видео по аккаунтам записывают или что, я не понимаю, что им помешало взять, прокачать 15 тысяч силы? Вот, так что исключаем, и, ребята, вы можете вступать в гильдию, ну, не знаю, где-то от 18, ну, от 17 тысяч до, там, где-то 20, вот. Ну, и, короче, следите за информацией, я опубликую здесь инфу, от скольки до скольки можно вступить, короче, кикаем всех, у кого меньше 15 тысяч силы. Так, я там видел вообще маленьких. Так, тут 21, 18, 17. Ну, тут о, вот смотри. 3144 тысячи сил. Нахера ты вообще сюда вступила? Продолжаем, друзья. Так, вот смотри. 3000 сил. Вот что ты сюда вступал? На что ты надеялся? Выгнать. Дальше. Смотрим. 3000 силы. Так, ну, к сожалению, максимум я могу выгнать только 10 игроков.
Так, хинкалий. Ну, давай пока что выгоним тех, у кого до 10 тысяч силы, а то из-за того, что я не могу сразу всех выгнать, да, кого хочу, получится так, что я там выгоню у кого там, не знаю, 10, ну, 12 тысяч силы, а кто-то с 6 тысячами останется. Давай сначала всех тех, у кого меньше 10 тысяч силы. Дурик, вот, дурик, ну, камон, что это такое? Ну, типа, иметь силы меньше, чем у меня, это зашквар. Вот, идем дальше. Что у нас там вообще в чате происходит? Так, все. Кстати говоря, если кого-то пропалим, что кто-то донатит, хоть один рубль тоже, до свидания из гильдии. Вот, много раз говорили, что донатить нельзя. Скоро займемся проверками. Так, хинкали. А, подожди. Хинкали еще ладно. Пока что молись, чтобы до тебя очередь не дошла. Так, ну, пельмешочи, 9 тысяч силы. Ну, чувак, камон. Так, управление. Выгнать. Дальше. Так. Так, девятки. О, 2 900, серьезно? Выгнать. Так, давай дальше. 13 тысяч, 9 тысяч, так, 6 тысяч, бульмень, это что такое вообще, выгнать, дальше, ну, типа, ребят, не хотите играть, нужно освобождать места для тех, кто хочет играть, так, тут еще более-менее, так, тут еще... Тут еще так, десятка. Так, 18, 58. Тут у кого-то вообще кобздец. Так, вот, ну, дружище, спасибо тебе, конечно, за 40 тысяч КГ. Но лучше бы ты их потратил бы, елки-палки, на прокачку силы. Камон, даже 9 тысяч силы нету. Выгнать. Так, дальше. Ну, вроде со всеми маленькими покончено. Так, 10 212. А, ну вот, погнали. Выгнать. Так, идем дальше. 15, 12. Сметанка. До свидания. Так, дальше. Дальше, не останавливаемся. 23. Так, 14, ну подожди, там еще по-любому есть кто меньше, вот. А, 10, шашлычок, до свидания. Так, дальше. 13 тысяч, хулера, 10 тысяч, ну камон. До свидания. Так, сколько я тут еще могу выгнать? 14, надо... так, 13 у нас есть. 14, 10, до свидания. А, вы можете выгонять только 10 человек за раз. Ну, как бы, ладно. Завтра уже будут другие требования. Завтра выгоним еще больше. Что у нас тут получилось? Так. КГ, ладно, друзья. Смотрите, начали кредиты дарить гильдии. Ох ты, господи. Все КГ кидали. А при чем тут вообще? При чем тут вообще КГ? Я за силу кикаю. Не могу. Ой, я, блядь, ору! Ай, ору, господи! Ой. Так, ребята, без обид, средняя сила у нас там где-то 20... Даже сейчас средняя сила где-то увеличилась. Потому, не знаю. Давайте берем в гильдию. Сейчас, в ближайшее время, берем в гильдию от 17 до 22 тысяч силы. От 17 до 22.
На этом все. Вот такой вот видос. Час провел я вместе с вами. Ну, точнее, нарежу. Там, надеюсь, будет поменьше. Кто досмотрел до конца, прям вообще красавчики. Самый кайф я вам оставил в конце. Всех целую, ребята, и пока.